Снесем ли мы Назарбаева и его банду, зависит от каждого из нас. Действуя четко по инструкции, мы добьемся результата. В день голосования до 13 часов идем на избирательные участки. Голосуем за Акжол и разоблачаем фальсификации власти. Митинги будут организованы в 20 городах Казахстана. Алматы – Старая площадь. Астана – Дворец молодежи. Актау – Набережная. Талдыкорган – Арбат. Кызылорда – Центральная площадь. Усть-Каменогорск, Арбат. Костанай, Центральная площадь. Уральск, областной акимат. Караганда, областной акимат. Актобе, центральный стадион. Павлодар, набережная. Жаназен, ДК Мунайши. Атырау – площадь Исатая и Махамбета. Тараз – областной акимат. Экибастуз – площадь возле кинотеатра «Казахстан». Шымкент – на площади Аль-Фараби, Шымкент-Плаза. Семей – центральная площадь. Кокшетау – Центральный парк. Петропавловск. Центральная площадь. Жесказган. Городской акимат. На указанных местах митинга набираем протестную массу и выдвигаемся на акиматы, чтобы занять их. Покажем, кто в доме хозяин. Возьмем власть в свои руки. Хватит ждать перемен. 10 января. Берем и меняем страну.